Ну что ж, обезьянка меня будет слушать и вселять в меня надежду на то, что я сыграю правильно аккорды. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктория Винер, я певица и преподаватель вокала. Недавно я провела занятие с одной девушкой, чуть не сказала, со своей ученицей. Нет, эта девушка не стала моей ученицей, к сожалению. Сочувствую ей. Такой шанс упустила в жизни. Эта девушка взяла для разбора песню Кэти Перри «IT». Ну вот это «Kiss me, kiss me». Она очень старая уже песня, я поняла, что ей уже почти 10 лет этой песни. Но все-таки она до сих пор актуальна. Так вот, в этой песне, несмотря на все сложности, одно место вызвало особую сложность. Это место, где Кэти поет «You're from the whole other world, a different dimension». Вот этот переход на верхней ноте на фальцет. Вот у девушки никак не получалось спеть эту верхнюю ноту фальцетом. Она даже сама сказала, что у нее связки как будто бы не привыкли не смыкаться плотно. И она попросила у меня посоветовать ей какие-то песни на фальцет. И вот, вуаля, я снимаю видео под названием «Песни на фальцет». Сегодня буду рекомендовать вам простые песни, которые помогут вам немного воспитать в себе это качество. Ну, что такое фальцет, я надеюсь, вы и так знаете, а если не знаете, то посмотрите мое видео про фальцет, я о нем рассказывала, вам обязательно нужно это знать. Как только эта девушка попросила у меня посоветовать ей песни, у меня сразу в голове возник образ Мэрайи Кэри, святой лик Мэраечки. Но я не стала ей советовать песни Мэрайи. Помимо фальцета, там еще очень много других сложностей, в частности, куча мелизмов, всяких riffs and runs. Первая песня – Бритни Спирс – «Every Time». Notice me, take my hand, why are we strangers when strong, why can't it all be that me? Ну, я могла напутать слова, не очень-то я знаю эту песню. Every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small, guess I need you, baby. Это все ты! Ты виновата! Если вы хотите, чтобы вы звучали прям как Бритни, то нужно еще поднять гортань выше и везде добавлять фрай. Every time I try to fly, I fall. Следующая песня. Ой, это вообще ужас какой-то. Как я могла до такого докатиться? Но, тем не менее, я буду рекомендовать вам песню Бьянки. Вы знаете, кто это? Она уже не так актуальна, как в 2000-х. В общем, Бьянка – это такая певица, относит себя к разряду русский R&B. Ну, вы понимаете, да, все, что с приставкой «русский» уже само по себе такое немного имеет самобытный характер. Песня «Я не отступлю». Если меня только ты, и я не отступлю. Если б только ты знал, что я уже люблю. Бессонница ты моя, и это навсегда. Дай мне руку, и я счастливым сделаю тебя. Вот таким сипленьким голосом вся песня до последнего припева. Зачем вообще я рекомендую петь с артистом? Потому что артист является неким ориентиром, да, правильного звучания. И это помогает вам подстроиться. Плюс это развивает вокальный слух, то есть умение имитировать звуки извне. Вот. Ну, сразу скажу. Не сразу. Только в середине видео. При пении фальцетом есть маленький секретик, но о нем я не расскажу. Не-а. Может быть, вы сами догадаетесь? Вот сравните два звука. Один, первый. И второй. Еще раз. И второй.
Есть разница? О своих мыслях напишите в комментариях. Если кто-то будет прав, я отвечу. Ну что же, и последняя песня. Это песня Бейонсе «Wishing on a Star». Точнее, это ее кавер. Здесь не вся песня на фальцете, только начало, примерно 50%, потому что дальше в песне идет развитие, Бейонсе там пробует разные другие способы звукоизвлечения, но начала вполне достаточно. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what I mean. And I'm wishing on the rainbow that I see. I'm wishing on the people really dream. И так далее. Красивая песня, вообще там очень много чего можно для себя почерпнуть, не только в плане фальцета, но и разные украшения, переходы из регистра в регистр, вообще красота. Я надеюсь, вы понимаете, что научиться петь фальцетом можно и просто, исполняя секвенции, да, как наши классические вокальные упражнения. И вообще петь фальцетом можно любую песню. Одинокий мужичок за 50, неухоженный. На тебя глаза недобрые косят все прохожие. Вот в этой песне я не ошиблась с аккордами, понимаете? Это русская душа. Шансон — это наше все. Вот, но я предпочитаю все-таки учиться на песнях, потому что так интересней, так веселей и вообще продуктивней. Мы с обезьянкой желаем вам успехов. Подписывайтесь на мой канал, чтобы петь лучше. До новых встреч в моих новых видео. Пока!